Минисуток. Продолжаем прохождение Just Cause 3. Привет! Шелдон вызывает Рико. А, так и знал, что ты уцелел. И что тебе надо? Ты подложил Диравелла изрядную свинью. И теперь Коста Дель Порто может пострадать от его опаленной гордыни. Просто подумал, что вам с твоим другом стоит это учитывать. Спасибо, Шелдон. Марио, ты там? Да, я все слышал. Встретимся за городом. Хочу я тут одну штучку попробовать. Так, краем глаза это все дело увидел. Так, во-первых, вот это. Вот это. А, у меня, по-моему, и так это оружие все есть. Да, это все у меня есть. Так что можно, в принципе, просто транспорт заказать. Вот. Интересная штука. Вот это да! Сейчас заодно ее и испытаем. Как раз. Нехило так. Нехило так. Интересно, его уничтожить-то вообще можно? Прибежали. Отличненько. Безумие какое-то. Уничтожено. Не забывайте, какой была коррупция в прошлом. Так, где-то еще эти громкоговорители здесь есть. Адвокатам разные законы для богатых и бедных. Числа ваших. Пошла жара. Так, нужно уничтожить, короче, еще статую одну. И баннер один. Бойцам направиться по этим координатам.
Отличненько. А вот статуя. Еще покатаюсь. Визуальный контакт потерян. Всем постам. Рассредоточиться и начать поиск. Давай. Отлично пошло. Где-то здесь было тут. Немедленно направляю к вам подкрепление. Вот, статуя разрушена, отлично. Обстановка накаляется. Отправляю дополнительные силы. Так, еще нужно. Внимание всем постам. Восстановить контакт с целью. Чересчур много разговаривают. Так, где же еще этот громко говорит, не ходи. Вообще так бухает сильно, что-то я не могу понять. Так, там есть какая-то набережная. Здесь я мотанулся. Внимание всем постам. Цель скрылась. Будьте настороже. Супергерой. Так, пока я только не пойму, где еще один громкоговоритель. Вот он же должен быть здесь где-то в городе.
здесь по соседству, то нигде я ничего такого не видел. Только посмотри! Что-то не слышу. Территории где-нибудь. Вы меня стреляете, ребят. Где же мне есть? Я умею, да. Как он это делает? Как я этого ждал? Начинаем поисковую операцию. Найти цель как можно скорее. А, вот он. Все. Отлично. Теперь надо флаг установить. Это центр, прием. Почему никто не отвечает? Наверное, флаг стал. Так я флаг тащу. Освобожден. Так, освобождено поселение. Это в новой, похоже, провинции. Сладкий запах свободы. Так, ну на этом освобождении я эту серию закончу. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующем. Друзья! Отличные новости! Мы освободили Альбу. Рика и повстанцы нанесли угнетателям решительный удар. Революцию не остановить. Угу. Так, ну как я и сказал, всем спасибо за внимание. Увидимся в следующей серии. Будем освобождать новые города. Всем до новых встреч.